тема сегодняшней конференции Федерации шахмат Кыргызской Республики, Сенат, президент, а также об итогах съезда, который прошел 23 ноября текущего года. Участниками являются избранный президент Федерации шахмат Талант Токтобекович Мамутов, международный мастер, член сборной команды Кыргызской Республики Тулюгын Тегин Семитей, мастер Фиде, бывший член сборной команды Кыргызской Республики Талабек Иманалиев, тренер Сизбек Таштыкиев, родитель шахматистки Светлана Бакамбаева, член сборной женской команды Айджан Алымбайкызы, а также экс-вице-президент Федерации шахмат Кыргызской Республики Бакыт Умурзаков. И, пожалуйста, первое слово. Первое слово. Тогда... Я тогда вот предвосхищу, да, это наше выступление. Здравствуйте, уважаемые друзья, все те, кому не безразлична шахматная судьба в нашей стране. Мы проводим эту пресс-конференцию, чтобы разъяснить свои позиции по поводу прошедшего 23 ноября неочередного съезда Федерации шахмат Кыргызской Республики. На этом съезде мы выразили вотум недоверия уже экс-президенту Федерации шахмат Кыргызской Республики Милану Турпанову. Было голосование тайное, и 95% участников неочередного съезда проголосовали за выражение вотума недоверия и снятие с должности президента ФШКР. По второму вопросу повестки съезда было избрание нового президента Федерации шахмат Кыргызской Республики, и 90% участников проголосовали за Таланта Токтобековича Мамытова. Этот съезд является легитимным. Мы его созвали, основываясь на уставе Федерации шахмат Кыргызской Республики 8.2.5, где написано, что съезд можно созвать, 30% членов федерации могут созвать неочередной съезд. Мы собрали подписи членов федерации, туда вошли мастера, международные мастера, члены сборной, легенды шахмат Кыргызской Республики, также ветераны шахмат, также представители регионов и тренера и родители шахматистов. И разрешите дать слово новому президенту Федерации шахмат Кыргызской Республики Таланту Токтобековичу Мамытову. Здравствуйте, уважаемые участники пресс-конференции. Хотел сначала два слова о легитимности съезда сказать. Да, действительно, мы собрали 97% подписей от указанных в Министерстве юстиции голосов. Туда, вот как Тулюгын Тегин Семитей говорил, подписала все значимые шахматисты и шахматные деятели нашей страны. Этот съезд, который прошел, во-первых, несколько деталей хочу отметить. Впервые на этом съезде присутствовала шахматная общественность была представлена так широко. Были члены сборной, присутствовали чемпионы Кыргызстана, потом ветераны, шахматные школы, почти все. И если говорить о географии, значит, кроме Джалабада и Баткена, все регионы были представлены на этом съезде. Еще хочется отметить, что впервые съезд прошел тайным голосованием. Всегда съезды проходили наши просто поднятием руки. Впервые мы пригласили независимого регистратора и провели тайное голосование. Вот и результат вы видите, 95% выразило вотум недоверия Милану Турпанову, и 90% голосов поддержали мою кандидатуру. Вот. Ну, я бы не хотел останавливаться на Милане Турпанове. Решения все уже приняты, я думаю, об этом скажет общественность. Его действия будут квалифицировать, пусть оценку дают компетентные органы.
А так всем хочется сказать, всем делегатам съезда, всем, кто прибыл, приходили на этот съезд, огромное спасибо за огромное доверие. Это действительно огромное доверие. И будем нести этот действительно высокий флаг президента Федерации шахмат Кыргызстана достойно. Спасибо большое. Спасибо, Талант Токтобекович. Следующее слово я хотел бы дать мастеру ФИДЕ, легенде кыргызских шахмат, игроку сборной Кыргызстана, который неоднократно защищал флаг нашей страны, Талайбеку Иманалиеву. Спасибо за предоставленное слово. Я хочу в первую очередь поздравить вновь избранного президента Таланта Токтобековича, пожелать ему всяческих успехов и на всех фронтах. И у нас есть большие проблемы внутри Кыргызстана, есть большие проблемы на международной арене, в юношеских шахматах и во взрослых шахматах. Нынешняя ситуация вот, от имени шахматистов старшего поколения. Хочу сказать, что сложилась ситуация, когда нам негде участвовать в соревнованиях. И мне кажется, что юные наши шахматисты могут развиваться только если они научатся играть в соперничестве с опытными мастерами. А таких у нас немало. В частности, вот нигде не участвует сейчас международный мастер Натан Зильберман, международный мастер Владимир Ильинский, я в частности, и множество других наших шахматистов имеют там один, может быть, год, в год один или два турнира. И это получается, что наши юные шахматисты, хоть они участвуют в чемпионатах Азии, мира юные, но они никогда не играли даже с ведущими шахматистами Кыргызстана. И, естественно, им очень тяжело играть на высоком уровне где-то на мировых чемпионатах. Я считаю, что нужно создать такую ситуацию, чтобы без ущерба для, скажем так, для рейтинга ведущих шахматистов были регулярные вот такие встречи. Может быть, это будет сеансы одновременной игры, может быть, это будут какие-нибудь турниры по разным возрастным категориям, там ветераны против школьников или что-то такое. Но мне кажется, что у нас есть достаточно знаний и опыта, которые мы могли бы передать нашим юным шахматистам для того, чтобы они успешно представляли нашу страну и развивались. Кроме того, на международной арене в результате действий Турпанова сложилась такая ситуация, что наша федерация никоим образом не участвует ни в каких организационных мероприятиях ФИДЕ. Я хочу напомнить, что в свое время мы очень активно участвовали во всех мероприятиях. И как будучи вице-президентом Кыргызской шахматной федерации, я участвовал в нескольких комиссиях ФИДЕ и в Азиатской федерации. Вот. И наверняка наши любители шахмат помнят, что Кирсан Николаевич Илюмжинов приезжал сюда по нескольку раз в год. У него были в тот момент замечательные планы о строительстве дворца шахмат здесь. И это шло на уровне, на высшем уровне. Президентом нашей федерации в тот момент был Бабанов. И, будучи премьер-министром, он дал распоряжение выделить участок земли. И мы даже со стороны мэрии, заместителем мэра в тот момент, ездили, выбирали участок. И вот очень жаль, напротив дворца спорта, рядом с планетарием, там был участок земли, не знаю, что сейчас с этим, но мы вели подготовительные работы о том, чтобы в том месте было построено большое здание, первые три этажа которого были бы выделены под
дворец шахмат и федерацию шахмат. И это все должно было произойти за счет Кирсана Николаевича Илюмжина. Это он собирался сделать такой вклад в развитие шахмат в Кыргызстане. К сожалению, потом, видимо, узнав об этих планах, Милан Турпанов провел внеочередной съезд, на котором, не знаю, видимо, он ввел в заблуждение многих наших шахматистов, о чем они наверняка сейчас жалеют, и он был избран, чему я был, например, категорически против. Ну вот сейчас, по прошествии нескольких лет, лица вскрылись, и вся шахматная общественность поняла, кто есть кто. И сейчас мы надеемся на то, что вот после избрания Таланта Токтобековича по всем направлениям мы пойдем в наилучшую сторону. И я хочу пожелать еще раз ему успехов в работе. А мы всячески поддержим. Поддержим и на международной арене у нас есть хорошие связи и контакты, и в внутренней области, и связи с регионами, и в детских шахматах, и женские шахматы, и мужские шахматы. Просто у меня такое горячее убеждение, уже вот я 47 лет участвую в соревнованиях, за это время я получил убеждение, что шахматы – это наилучший вид спорта для развития детей, их логического мышления, для правильной самооценки в этом мире. Даже если они не пойдут дальше участвовать там, в каких-то мировых чемпионатах, я считаю, что каждый ребенок 17 лет должен уметь играть в шахматы для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию о себе, об окружающем мире и о происходящих событиях. Вот. А шахматы этому учат. И я вот, заканчивая, хочу сказать, что очень рад, что на этом съезде активное участие приняли наши молодые ребята, в частности, вот Төлеген Тегин Семетей, которого я знаю еще до 10 лет ему было. Вот Айджан принял активное участие. Другие наши молодые ребята, вот Съезбек сам и все его дети приняли активное участие. Многие родители детей, тренеры со всех регионов приехали и поддержали кандидатуру Талант Токтобекович. Считаю, что мы находимся на переломном этапе и надеюсь, что шахматы в нашей стране пойдут вверх. Вот. И прошу всю нашу общественность поддержать. Это очень хороший вид спорта для инвестиций, очень хороший вид для родителей, детей и всей нашей общественности. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Талабайке. Следующее слово я бы хотел предоставить тренеру Сезбеку Тосикееву. Он не то что тренер, он еще родитель. У него фактически все дети играют в шахматы. Но самый известный Сезбек Байке. Все. Салам Асадарды. Бүгінгі ушундай мүмкүнчүлүктүн түзүлүп атканына биз дагы аябай кубанычтабыз. Мынакей биз съезди өткөрдүк. Негизи керек болуп аткан. Көптөн бери бизде ушул шахматчылар арасында шахмат чөйрөсүндө шахмат федерациясынын ичине аябагандай нааразылыктар көп болчу. Себеби дегенде кийинки жылдары чындыгында эле биздин кыргыз шахмат дүйнөсүндө аябагандай бир кандай десем шахмат федерациясынын иши аябай эле солгундап кеткен. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн мисалдан эле айталы. Мынакей 16 жашка чейинки олимпиадага мынакей биздин балдар отбордон өтүп, бирок 2016 жылы Словенияда өткөн олимпиадага бара албай калышты. Андан кийин 2017-2018 Индияда өткөн олимпиадаларга 16 жашка чейин бара албай калышты да. Андан сырткары мынакей быйылкы жылды айтайын, 2019 жылды.
Индонезияда өткөн Азия биринчилиги 20 жашка чейинки ошол Азия биринчилигине Руслан биздин ошо окуучусу өттү эле балам. Ада бара албай калды. Андан кийин мына жакын эле Индияда өткөн 20 жашка чейинки дүйнө биринчилигине дагы катышпай калды да. Мына ушулардын баардыгы тең биздин келечектеги ушул ошо шахматисттердин баягы психологиялык абалын аягындай оор сокку. Анан биз кечээ күнү съезди өткөрдүк. Мынакей кечээ жакында ошол съезд аягындай мисалы үчүн легитимдүүлүгүнө мен толук кандуу ишенем. Ошол жерде бүт аймактардан эң негизгиси биздин ушул Кыргызстандын баардык аймактарынан ушул Жалал Абад менен Баткенден гана келе албай калды. Андан башка аймактардын баардыгы келип активдүү катышып берди. Демек алар дагы шахмат федерациясынын ошо кийинки күндөрдөгү ишине ошо нааразы болуп ошо көздөр ачылды деп ойлойм да. Мен болсо 1-2 жылдан бери айтып келе жатам. Негизи аябагандай көп уюштуруу иштери аябай солгундап кеткен. Съездин легитимдүүлүгүнө болсо биз толук кандуу ишенебиз. Себеби дегенде бул жерде баардык шахматчылар ошол эле кыргыз шахматындагы курама команданын өкүлдөрү, жаштар курама командасынын өкүлдөрүнүн ата энелери ошол жанагы Кыргызстан биринчилигинде жанагы байкелүү орундарга ээ болуп жүргөн оюнчулардын ата энелери толук катышты да. Анан бул съездин легитимдүүлүгүндө кеп жок. Анан ошо съезде аябагандай көп нерселер ачыкка чыкты. Биз өзүбүз билип билбей жүргөн көп финансылык баягы нарушениялар бар экен. Мисалы үчүн спортчу ийгиликке жетиш үчүн атайын машыгуу, окуу машыгуу сборлордон өтүш керек да. Мынакей мен ушул нерсеге федерация иштеген күндөрдөн ошо канчанчы жыл дейин. Ушу биз дагы ошол Турпановдун иштеп келаткан, Милан Турпанов ушу иштеп келаткан, президент болуп иштеп келаткан жылдардан бери эле суранып келебиз. Бирок бир дагы окуу машыгуу сбору өткөн эмес. Анан кечээ күнү съезд ачык болуп атат. Көрсө ошо бизде спорттун олимпиадалык эмес түрлөрүнө кирет шахмат. Ошол жерде ошол спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциянын өкүлү келип ошол жерде окуу машыгуу сборлоруна 2015 жылдан 2017 жылга чейин 2,446,000 сом бөлүнгөндүгүн биз укканбыз да. Аябагандай шок абалда болдук. Себеби дегенде биз андай жөнүндө маалыматыбыз жок болчу. Бирок мен сезип жүргөм, негизи бөлүнүүгө тийиш болчу да. Анан ушундай бир нерселерди айта келгенде ошол жерде съезде аябагандай көп бир элдер да маалыматка ээ болуп кетишти. Эми муну биз ойлоп атабыз, атайын бир тийиштүү органдарга кайрылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Себеби дегенде бул ушул мойдон жөн калбаш керек. Себеби дегенде мынакей мен бир эле мисал кылып кетейин. Былтыр Шри-Ланкада өткөн Азия биринчилигинде менин балдарым ар бир баягы отборлордо ошо Кыргызстан биринчилигинде жок дегенде 2 же 3 балам же 4 балам чемпион болушат өз курагында. Анан былтыр ошо Шри-Ланкада чемпионат Азияда 3 балам бара турган болуп калды. Ошо 3 балама мен баш аягы трансфер аккредитация, взнос, анан кийин жанагы визасына деп жалпы бир $550 чыгым болдум да. Эми мен мисал иретинде айтып атам. Мага окшогон ошо балдары отбордон утуп чемпионаттарга баргандар көп. Мына ошону мен карыз болуп атып бир 3-4 айдан кийин кутулдум да. Мисалы үчүн ушул ушундай биздин кыргыз шахмат чөйрөсүндө ошо ата энелерге ушундай маселелердин негизи кереги жок деп ойлойм. Ал эми кечээ күнкү съезде бизге ачык болгон маалыматтар боюнча аябагандай чоң эле улуттуу чоң суммадагы акчалар жөнүндө сөз болуп атат. Эми анын баардыгын тең иликтешибиз керек. Бул жөн калбаш керек да. Себеби дегенде көрсө финансылык жактан дагы мыйзам бузуулар аябагандай эле көптөй болуп бизге сезилип атат азыр бүгүнкү күндө. Ал эми съездин легитимдүүлүгү жөнүндө биздин шегибиз жок. Себеби дегенде съездге мына жогоруда айтып кеткендей баардык региондордон катышып баардык негизи эле ушул кыргыз шахматында күйүп ышып жүргөн ошол өзлөрүнүн орду бар инсандар, оюнчулар баардыгы тең дээрлик катышты да. Ошондуктан бул съезди биз легитимдүү деп эсептейбиз. Мындан аркы ишинде эми ишенип мынакей Талант мырзаны федерациянын президенти катары шайладык. Эми бул мурунку федерациянын кетирген кемчиликтерин кетирбейт деп ойлойбуз. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса эгерде биз жардам бергенге да даярбыз мындан аркы федерациянын ишине. Чоң рахмат сизге, Байке. Следующее слово я бы хотел предоставить экс-президенту федерации.
экс-вице-президенту Федерации Шахматной Республики Бахыту Омурзакову. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших коллег из средств массовой информации за то, что предоставили возможность на этой площадке озвучить нашу позицию. Действительно, когда Милан Турпанов избирался в 2013 году, он меня позвал в качестве свою команду, в качестве вице-президента, курировать вопрос по международному направлению. Рассказал, что до этого было много нарушений, что надо честно работать. Ну, в принципе, я согласился. Мы начали работать, проработали буквально 2 года. Конечно, если вот назад посмотреть, нельзя говорить о том, что Милан ничего не делал. Там начало Милана было много чего сделано, много чего хорошего, но это, конечно, командная была работа, не один Милан сам работал. И в этом смысле я в неком смысле понимаю позицию поклонников Милана, которые до сих пор говорят, что он поставил шахматы. Да, шахматный бум с тех пор действительно поднимается. И это я обратно-таки хочу подчеркнуть, что это благодаря командной работе, благодаря тому, что не только функционеры федерации работают, но и тренера работают, тратя свою энергию, работают школы, тратя свои финансовые нужды, расходы, средства. Работают родители, все родители сейчас очень тоже пристальное внимание уделяют развитию шахмата. Другие легендарные личности шахмат, такие как Иман Алиев, Зильберман, которые острые, Надежда Александровна, Ирина Александровна, которые на своем уровне популяризируют шахматы. Это благодаря вот такой общей командной работе. Относительно вот обвинений, которые были до этого предъявлены на уровне федерации, а теперь уже, мне кажется, это дело уже будет рассматриваться соответствующими правоохранительными компетентными органами. Действительно, еще тогда, в те годы, всю финансовую деятельность Милан почему-то вел сам. У нас даже бухгалтера не было. Я вчера, когда официально было озвучено, что до сих пор у нас бухгалтерия Федерации ведется на нуле, то есть отчетность дается на нуле, я, в принципе, не удивился, потому что там большие, огромные суммы проходили через Федерацию. И это вчера на съезде, позавчера на съезде подтвердили представители Госкомспорта, в частности, замдиректор по дирекции по неолимпийским видам спорта, он подтвердил, какие суммы проходили. Там порядка в 2017 только году до 9 миллионов сумм было выделено. С 2014 по 2017 года, насколько у меня память не изменяет, на сборы шахматные, по 17-й, 2 года, вот на сборы шахматистов, только вот на одну статью, почти 2,5 миллиона сумм было выделено. И каково было возмущение вот сборников вчера, я вот сам видел своими глазами, ни одного сбора не было проведено. Вот вы представляете, да? Потом по 2 олимпиадам, вот на первой олимпиаде в Тромсе я сам ездил тоже. Тогда мужская сборная показала очень хорошие результаты, получили малое золото. Там были дорога, все было оплачено за счет спонсоров. Полностью эти документы есть. Но потом Милан Турпанов получал из госбюджета 500 тысяч сомов. Куда эти деньги ушли, тоже под вопросом. Выясняется, такая же картина была после в Баку на Олимпиаде. Там наша женская сборная отлично выступила, малое золото тоже получила. В Батуми. А Батуми, да? Батуми последний. Да, последний. Вот Батуми и Баку тоже были выделены деньги, тоже частично были оплачены спонсорами, и где-то даже сами участники оплачивали свою дорогу, но выделенные средства тоже непонятно как распределялись. То есть очень много вопросов, на которые, мне кажется, сейчас Милану и его команде надо уделить внимание. Карточку. Что там было? Перечислялись деньги. Перечислялись деньги на карточку, оказывается. Вот вчера это Госкомспорт подтвердил на именную, на ее имя. Они говорят, мы все время просили
расклад давать по именам сборников, чтобы именно каждому сборнику выделялись деньги. Но почему-то он всегда свое только имя сдавал, и ему только на карточку выделялись деньги. То есть очень много таких вопиющих фактов мы узнали буквально позавчера, сами даже мы много чего, оказывается, не знали. И узнали многие люди, которые пришли на этот съезд. Многие пришли со скептикой, но когда узнали это, предела возмущения не было. Вот. И что хочется сказать, конечно, очень плохо, что сейчас шахматная общественность, шахматная среда снова делится на две части. Это не очень хорошо. Я лично хотел бы выступить за то, чтобы шахматная общественность, интеллигентная среда, это, я считаю, должна объединиться вокруг одного лидера. Мы вот законно избрали. Определение суда, которое вчера буквально нам вручили, это тоже вызывает множество вопросов с точки зрения правовой стороны. Мы уже проконсультировались. Возможно, речь идет о подкупе судьи. Возможно, еще раз хочу подчеркнуть, потому что без участия ответчиков такого определения не должно было быть в природе вообще. Поэтому вот само определение, то, что нельзя проводить, это тоже неправильно. Мы это будем, обжалование уже подано. Юристы работают, все документы, которые по его финансовым непорядочным делам, это тоже сдаются в компетентные органы, пускай компетентные органы сами сдают, исследуют, расследуют, инициируют следствие и сами дают оценку, это не в наше поле входит. Вот. И хочу пожелать новому избранному президенту, чтобы в первую очередь он объединил общественную шахматную общественность. Очень много планов было высказано на съезде, пускай эти планы осуществятся. И очень хотелось бы, чтобы все объединились вокруг президента. Много есть, очень много вопросов накопилось, и это долги перед ФИДЕ, и очень-очень много других текущих вопросов, которые надо будет всем сообща, всем вместе решать. И поэтому я предложил бы, пользуясь вот этой возможностью, Милану Турпанову срочно остановиться на этом, не возбуждать общественность и лучше покаяться над тем, что он сделал, и прийти в следственные органы, прийти, сдать свои полномочия, передать печать, и чтобы шахматная общественность успокоилась. Я бы хотел бы призвать вот этому. Спасибо. Спасибо, Бахт Байке. Следующее слово я бы хотел предоставить члену сборной, женской сборной Айжан Алмайхызы, неоднократный призер чемпионатов республики, неоднократно участница чемпионатов мира и чемпионатов Азии девушек, и то есть один из лидеров женской сборной. Приветствую всех. Я как представитель женских шахмат в Кыргызстане хочу сказать, что несмотря на то, что в прошлом году в Батуми наша женская сборная заняла первое место в группе С, женские шахматы на самом деле в застое. Почему? Потому что соседние страны, такие как Казахстан, Узбекистан, всем известно, они ушли далеко вперед. И единичные случаи, когда мы участвуем на чемпионатах Азии, в зональных чемпионатах среди женщин, то занимаем одни как бы не очень хорошие места, в основном во второй половине финального списка. И по сей день нет ни одной женщины или девушки, которой было присвоено международное звание. Единственное, в прошлом году Заирбек Кызыбегимаев в Батуми удостоилась звания мастера ФИДЕ, но со стороны нашей федерации не было действия, чтобы довести это до конца. И вследствие чего у нас нет ни одного международного звания, кроме тех, кто это заслужил давно, такие как Остри, Ирина, Сабирова, Ольга, но они отошли от шахмат. Также мы на съезде узнали, что на самом деле выделялись деньги на сборы шахмат. Я хочу поправить. Единственное, мы проходили сборы в 2016 году, тогда к нам приезжал Сакаев. Это надо действительно признать, но кроме этого не было никаких сборов. Хотя, как выяснилось, на них выделялись деньги.
А также вопиющие случаи. В прошлом году женская, за заслуги женской сборной в Грузию были выделены деньги, но ни один представитель женской сборной не увидел их. Вот. А снова вот новый президент Мамытов Талан Токтобекович выдвинул такую идею, что в будущем будет вице-президент именно по развитию женских шахмат. Поэтому верим в то, что ситуация в скором времени изменится. Спасибо, Айжан. Подытоживая выступление, пресс-конференцию, хотел бы сказать, что опять-таки шахматная общественность не разделена, это разделяет ее только один человек. С нашей стороны, еще раз повторюсь, все было законно, все было по уставу. Съезд тоже был законный, он прошел по уставу. Путем голосования, опять-таки, еще раз скажу, путем голосования Милан Турпанов был снят с должности президента ФШКР. И путем тайного голосования был избран новый президент ФШКР Талант Мамытов. Что касаемо всех этих бумаг, которые нам дали со стороны Ивана Турпанова, мы это опять-таки, как уже сказал Бахт Байке, это подлежит обжалованию. Юристы в этом направлении работают. Хотел бы обратиться к представителям регионов, чтобы они не шли на поводу провокаций, на поводу критики в нашу сторону, так как мы болели, всегда болеем и будем болеть за шахматы, мы за развитие, мы за прогресс. Большое спасибо. Если есть что добавить. Может, у вас планы, да? И, может, вопросы какие-то? Да, может, если есть вопросы, пожалуйста, можете задавать. И Милан Токтубекович, и участники любезно. Талант Токтубекович, да, любезно ответили. Да, жалпы, шумекушуктан пайдалан қайрып кетін керет, жалпы қырғыз шахмат көрмандарына қайрып кетін керет. Мынакей Азияның үш алтын байгезінің езі, Айжан Сезбекова, қызым Руслан, дағы Азиядан үш алтынға ие болған Қырғызстанның 12 жолқы чемпионы өз құрағында. Арзыбекті айтып келсем, Ада Қырғызстанда 4 жолқы чемпион. Негізі кейінгі уақыттарда қырғыз шахмат чөйрөсіндегі, қырғыз шахмат дүйнөсіндегі жанандай чоң-чоң игиліктердің чагылдырылып атышы бұл. Мен ушул жерде нерсеге айтып кетким келет, көбүнчө машыктыруучулар менен ателелердин эмгегинин аркасында болуп атат да. Ушуну да баса белгилеп кетишибиз керек. Анан мен жалпы шахмат көрөрмандарына ишенем. Шахмат ойногон, шахматты сүйгөн адамдар алдын ала 10-15 жүрүштү көргөн, алдыга көз жүгүрткөн, терең ойлонгон адамдар. Бүгүнкү күндө чындыгында эле биздин шахмат дүйнөсүндө ар кандай сөздөр болуп атат. Албетте бөлүнүп кетүүдөй болгон дагы бир мүмкүнчүлүктөр эмес атат. Бирок мен ушу жалпы шахмат көрөрмандарды чакырат элем. Биз өткөндө съездде өзүбүз катышып, аябандай чоң-чоң финансылык баягы мыйзам бузууларга күйөө болуп атабыз. Аны да Кудай берсе аягына чейин чыгарып, тийиштүү органдарга кайрылабыз. Андан сырткары мынау жаңы биздин мынау шайланган федерациянын артынан ээрчип, ушу жакшы шахматтын бир өнүгүшү үчүн биргелешкен бир ынтымактуу иш алып барып кетиш керек да. Ошон үчүн мен жалпы эгерде ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шахмат сүйүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Ынтымак бар жерде риск бар дейт. Жакшы алдыны көздө ушу шахматты өнүктүрүүгө салым болуш үчүн азыр бизге ынтымактын мааниси аябандай чоң болуп турат. Рахмат. Чоң рахмат, Сезбек Байке. Да, да. Да. Может, насчет планов, да? Нет, я просто обращение одно хочу. У меня еще одно обращение есть к Милану Турпанову. Ну, тут многие говорят, что сейчас шахматная общественность разделяется на два лагеря. Ну вот это, вот этот съезд и голосование по съезду показало, что это совсем не так. Сейчас, после фактов, озвученных на внеочередном съезде, многие колебающиеся стали, я думаю, ярыми противниками Турпанова. И то, что 95% проголосовало за импичмент,
за вот за вот недоверие говорит о многом. Поэтому я бы хотел обратиться к Турпану Нуану, чтобы он проявил благоразумие ради развития шахмат, ради единства шахмат. Просто-напросто документацию и печать сдать законно избранному президенту. И его, значит, судебные процессы не имеют никакой перспективы, абсолютно. Здесь у нас команда юристов, они посмотрели, и все это просто детский лепет. Поэтому вот он говорил, когда я ему еще сказал: Турпанову, напиши заявление и уходи. Это было месяца 4 назад еще, месяца 4 или 5 даже, еще перед Кубком Карпова. Он говорил, что вот если общественность потребует, я готов уйти. Но сейчас на съезде были, я вот повторюсь, все ведущие шахматные школы. Это вот самые большие представители шахматной школы Бактыгуль Тилимаева, огромные. Вот массовые представители шахматной школы Азиза Умарбекова. Представители вот школы Съезбекова, школы Горде, как этот, Шарчамбиева, вот Кыргызской шахматной академии. Были все школы Мазницына, школа Маркова, были все, почти все были члены сборной. Шахматная академия Каракола была. Шахматные тренера Нарынова, Аша. Что еще надо? Вот все же видно. Вот вся шахматная общественность, вот он говорил, если шахматная общественность попросит, что тебе цепляться за эту власть, я не знаю, как ее назовут там. Что цепляться? Напиши заявление, сделай, Милан Галбичу, сделайте такой жест в пользу развития шахмат. Если у вас если остались какие-то шахматные амбиции, у нас еще будут много выборов президентов, будут возможности доказать свою состоятельность. Но сейчас не надо будоражить общественность, надо объединиться и сделать такой шаг. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, можете представиться. Добрый день, Гимая Абдельзайна, пресс-секретарь Федерации шахмат Российской Республики, действующий президент Милана Турпанова. Первый вопрос у меня был Антону Турбековичу. Сколько людей присутствовало на вашем съезде, и когда вы можете ознакомить нас со списком, кто присутствовал, и количество людей? У кого есть данные? Присутствовало... В голосованиях участвовало 98 человек, это со всех регионов, вот за исключением Баткена и Джалалабата. То есть вы же ввели список тех, кто... Да, все списки есть. Все списки есть. Вы можете с нами ознакомиться? Конечно, мы предоставим со списки, да, официально. Это все будет в официальном порядке. Насчет законности можете не переживать. С бумагами еще есть вопрос? Да, у меня второй вопрос был к этому закупу. Как я поняла, вы работали в команде Милана Турпанова, да, по 2015 году? По 2015. И исходя из ваших слов, то есть финансовые нарушения велись еще в те годы. То есть у вас были подозрения? Да, как раз таки, не знаю, финансовых вопросов мы несколько раз очень сильно оправдались. И в принципе из-за этого и расстались, по сути. В январе этого года был законный съезд, на котором общественность избирала нового президента. Что мешало вам, Талантма Токтобековичу, и вам, Актуму Закубу, именно на законном съезде предоставить все эти факты и тогда уже вступить в должность, либо переизбирать нового президента? Да, да. Почему такая спешка? Спасибо за вопрос, но насчет января, прошу прощения, насчет января, что был съезд проведен, я вообще не был в курсе. Я давно отошел от... деятельности шахматной федерации, у меня своя программа была детская по развитию детских шахмат, и я не был в курсе это вот то, что... А то, что сейчас я присоединился, я узнал о том, что проводится внеочередной съезд, о том, что уже этот вопрос вообще критический, от наших коллег, которые позвали меня, пригласили, и я пришел и озвучил то, что я знал. Я тоже хочу дополнить, почему такая спешка. Никакой спешки нету. Этот вопрос я поднимал полгода назад. Первый вопрос, который я задал Милану Турпанову, это было до Кубка Карпова еще,
попросил просто-напросто устав федерации, чтобы действовать в рамках закона. Этот устав, я, будучи вице-президентом и находясь в одном, почти в одном офисе, я не мог добиться от него ровно месяц. Когда я спросил у других тренеров и членов федерации, мне сказали, что уже 4 года не могут получить устав. Я получил только через месяц. Второй вопрос, который я ему задал, попросил реестр членов федерации. Ну, тогда мы у нас уже, после того, как он устав не давал, у нас возникло противостояние. И Милан Турпанов мне сказал, что будет отвечать только на письменные запросы. Я дал ему письменный запрос, и представляете, ответ такой. Я могу предоставить, значит, реестр членов федерации в 2020 году. Это информация, которая просто должна висеть на сайте. Понимаете? Просто на сайте должна висеть. Мы не должны. Я уже не говорю про финансовые отчеты. Я хотел сделать аудит. Аудит, он сказал, надо смотреть, кто имеет право, кто не имеет права. Ну, потом мы начали запросы. Почему мы... У нас не было цифр. Почему, говорит, мы тогда не стали? Не имея устава, не имея реестра членов федерации, не имея аудита, мы как можем что-то предъявить Милану? Потом мы уже как... Когда была создана комиссия по проведению внеочередного съезда, вот эти, значит, нарушения мы получили потом. Начали давать запросы от имени комиссии, поэтому в госагентство и так далее. А когда получили, естественно, вот мы озвучили это все. Уважаемые журналисты, еще вопросы, пожалуйста, представьтесь. Хотелось бы адресовать вопрос вам, Тубекович, и вам, как представителю пресс-службы. Противостояние, противоречие, как бы понятно, но де-факто у нас возникает такой прецедент, что в одной федерации существует два президента. То есть, как бы, кто бы ни говорил, но де-факто это и так и происходит. И мой вопрос такой, конкретно, какие шаги предпримет каждый из президентов, и насколько это будет легитимно, и как это будет юридически расковываться. Мне этот вопрос задавали до этого, говорили, алгоритм действий четкий, я уже давно уже и в соцсетях, и везде написал. Значит, да, это все прогнозируемо, да, говорит, вот вас съезд изберет, потом Милан Турпанов подаст в суд, потом он не будет отдавать печать, мы это все знаем, это вообще не проблема. Значит, мы протокол отнесем в Министерство юстиции, там в реестре поменяют президента федерации, потом в течение суток, после того, как поменяют президента федерации в реестре Министерства юстиции, в течение суток мы заберем печать и всю документацию. Вообще проблем нет. Получили определение Ленинского районного суда о том, что данный съезд является нелегитимным. Председатель неочередного съезда Сергей Тельмобилин расписался о том, что он получил данное заявление. Сейчас в течение 10 дней новая федерация должна обжаловать это решение. Сейчас я хотелось бы прояснить ситуацию. Да, сейчас две федерации. Нет. Смотрите, они, значит, во-первых, если бы они хотели на самом деле как бы в судебном порядке запретить съезд, они бы сделали давно это, могли сделать давно. Но, естественно, Милан Турпанов, как всегда, опоздал. Он подал, вынес решение суда без нас 19 числа, которое вступает в силу только 29-го, имеется в виду, через 10 дней. Значит, мы 23-го съезд провели легитимно. У нас не было запрета на съезд. Вынесли решение, которое через 10 дней только вступает. Без ответчика. Да, без ответчика сделали. Естественно, мы это прям буквально 2-3 дня мы это, я думаю, решение вынесут, городской суд, и все, и там проблем не будет. Потом они могут судиться. Но я думаю, в течение 2-3 дней, на этой неделе, мы получим решение. Задним числом? Нет, там указывается решение. То есть вы хотите сказать, что решение незаконное? Да. Ну, смотрите, там вопрос незаконности, он в природе самого этого документа.
Был сперва до этого определения был другой документ, который написал истец по заявлению истца Турпанова. Было заявление к ответчикам, да, Мамытову и Тюльгонтигину, о том, чтобы они предъявили удостоверяющие документы о проведении, вот он, удостоверяющий документ, о предъявлении вот, решения комиссии о проведении внеочередного съезда. Вот это нормальный документ. Потом перед съездом появляется определение суда, которое вносится в пользу истца без ответчиков, без заслушания. Это юридически неправильно. Надо было заслушать ответчиков. Надо было изучить вот этот документ, на каком основании внеочередной съезд собирается. То есть я поэтому сказал, возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, речь идет о том, что был подкуп или была подделка документа. Это еще будут соответствующие органы будут заниматься этим вопросом. Юристы сейчас наши занимаются. Но по первой оценке наших юристов, это говорит о том, что это неправильное определение. Вообще по природе оно само неправильное. Поэтому сейчас будет даваться обжалование, и обжалование уже вступит в силу уже в городском суде, во второй инстанции, он вступит сразу в силу. И там пускай дальше этот, доказывают, насколько это определение было правильно. Вы будете вносить, чтобы внесли поправки в МИНЮС только после решения второй инстанции или сейчас? А нет, мы уже сейчас подадим в МИНЮС. Параллельно подадим? Параллельно. Потому что решение съезда же уже есть на руках. Но все-таки это же документ, да, вынесенный Ленинским решением суда. И все-таки он как бы закон. Несет все-таки юридическую ответственность и на вас тоже, то есть вы же сейчас идете против закона. Определение написано, что в течение 10 дней обжаловать. То есть мы имеем право, у нас есть время для обжалования. Вне закона мы не действуем. Нет, вот сейчас тут идут разногласия. Вы говорите, что решение суда вступает в силу через 10 дней. Да, если мы не обжалуем. Если не обжалуем, оно вступает в силу. Я имею в виду про решение, но в постановлении, по определению указывается, что именно вне проводить собрание. Вот я и говорю, само проведение, не о непроведении, само вот это определение, оно, природа вот этого самого решения суда, оно под большим вопросом. Насколько оно было без ответчиков, как они могли на основании, получается, любой истец сейчас подходит, говорит, вот это не проводим, и сразу суд выносит определение, так не должно. Потом они попросили запрос на документ, они его еще не получили. Сперва запрос был, вот этот запрос надо было ждать, а потом только определение выносить. А не получили истребуемые документы, а выносят определение прямо перед собранием, это неправильно. Ну да, они в тот же день запрос дали, 20-го запрос дали, получается, а 19-го вынесли решение, по-моему, даже так. Да. Можно, да, я прокомментирую? Да. 23 ноября к нам вот Талант Туктабекович в 12 часов заказным письмом поступило требование об истребовании доказательств. То есть да, мы 23 числа с нас запросили документы, на основании которых мы можем проводить съезд. И сразу же через 4 часа приносит это определение. Которое вышло еще раньше. То есть, как это возможно? Вопросом самого. Они поняли, что без вот этого нельзя делать. И вынесли решение, ну потом задним числом, ну, вернее, позже отправили запрос. А вот как это узнал вопрос? Вы говорили до еще по поводу денежных средств, которые в следующем не были определены по назначению. Вы как-то по этому вопросу обращались, не знаю, там, вот по Тромсо я в то время выносил этот вопрос. Тромсо, вот поэтому и у нас вот эти разногласия были, и я ушел. Потом по остальным, это вот я буквально позавчера узнал. Позавчера, мы все позавчера. Позавчера узнали. Многие узнали. Госкомспорт, потому что озвучил, по годам озвучил. Вот вы, жалко, что вы ушли, надо было посетить, послушать. По годам озвучили, сколько было выделено в этом году, в этом году, в этом году. И по последним выделенным средствам у них уже были сомнения, потому что там подделка некоторых корешков, оказывается. Поэтому они не выделяли вот деньги. Вот. А вот конкретно ее корешки подделывали. Я хочу еще перед всей шахматной общественностью как бы представить вопиющие случаи. Для кого-то это покажется относительно мелкой суммой, мелким случаем, но я хочу сказать, что даже на таких, из таких мелких ситуаций состоит нынешняя федерация. В феврале 2019 года Милан Турпанов обратился к Таланту Туктабековичу с предложением возглавить детскую юношескую сборную в Шри-Ланку на чемпионат Азии, который проводился с 1 по 10 апреля. Официально в команде было 12 человек,
там было еще много экстра-игроков, соответственно, с родителями и тренером. А вот здесь присутствует родитель Сизбека Вайджан, которая заняла первое место в Шри-Ланке. То есть есть свидетели. Талант Октабекович в этот же день позвонил мне, сказал, я не смогу поехать, но если ты хочешь, я оплачу тебе дорогу лично, а остальное все возьми, там за визу надо оплатить, трансферные расходы сама оплатишь. Я сразу согласилась, да? Так было? Да. Я пришла в федерацию, Милан Турпанов Турпанов Милан Халабекович, рядом сидела Джумашева Медина. Они сказали, что денег федерации, вот я четко заявляю, денег федерации на тебя нет, как на руководителя, и точка. А за остальных мы дорогу оплатим. Вот это запомните сейчас, денег на федерацию, на руководителя нет. Я согласилась, хорошо. Позже Медина написала мне, Айджан, принеси мне деньги за билеты в размере $680. $680. Я принесла, получается, им, Медине сдала. Я об этом даже забыла. Посадочные талоны забрала себе. На съезде выясняется представитель госагентства, то, что средства на поездку было выделено не на 12 человек, а на 13, включая руководителя. То есть Турпанов мне соврал, что денег на руководителя нет. Они с бюджета поступили. И мало того, посадочный талон – это доказательство, да? Я забрала себе. Они подделали посадочный талон. Это подтвердило госагентство. Сразу я позвонила во Fly Dubai. Они тоже подтвердили, что к ним приходили с госагентства проверить подлинность посадочных талонов. И они сказали, что это не наш посадочный талон, это подделка. То есть, видите, да, федерация подделывает посадочные талоны. Это как можно так? И я собираюсь с Fly Dubai официально это письмо получить, позже предоставлю. И у меня есть все... Тогда я Медине сказала, так как я платила за 4 человек, да, она мне дала квитанцию, где просто написано «Коломбо», то есть нет конкретно что. И от нее я выясняю, что билет на самом деле стоил не $680, а $660. То есть даже другие экстра игроки их на $20 цену подняли, мы все деньги, оказывается, сдавали Медине. А на самом деле они купили по $660. Вот так. Возвращаясь к вашему вопросу, вот мне подсказали коллеги, само исковое заявление было рассмотрено межрайонным судом, а приходит определение с Ленинского, видите, очень много таких нестыковок, и не поймут, это по сути это агония с их стороны, вот в самые последние минуты что-то такое сделать. Что где получилось, там и взяли. Где получилось, нет. Ну сейчас наши юристы занимаются этим вопросом. У меня вопрос, можно? Да, вы можете рассказать, вы же работали в федерации, когда вас отстранили за что? Отстранили? Я начал поднимать вопросы, я же говорил, потом начал требовать документы, и Милану Турпанову это не понравилось, что я как вице-президент требую документы, и он вывесил приказ об моем увольнении. Вот и все. Такая же ситуация со мной была. Да. Я когда вот поднимал, он меня тоже так убрал. Без обоснования в уставе было что-то там, написано. Там, но у меня ничего не было. Нарушений, естественно, никаких не было. В том плане, что он просто написал такую формулировку за выражением недоверия. Я на последние две Олимпиады, учитывая то, что федерация как бы... всегда считалось, что тяжелая финансовая ситуация, я всегда ездил за свой счет. А выясняется, и постоянно вот эти деньги тоже Милан забирал, потому что деньги выделялись. Я был официально капитаном мужской команды, я везде там как капитан прохожу, и на меня тоже всегда выделялся трансфер, который ФИДЕ проплачивал. Ну, сейчас что говорить, надо объединяться и работать, а Турпановым пусть занимаются компетентные органы. Можно, да, я добавлю? Да. И представитель госагентства как бы нам сказала, что именно после подделки этого документа официально с мая 2019 года полностью было перекрыто финансирование. То есть федерация сама себя подставляет,
нанося ущерб остальным детским чемпионам, что им финансы не выделять. Вот. Да. И второе, я хочу, многие задают вопрос, вот Бахут Умирзакова, талант Мамытова, вот вы были в федерации, почему вы тогда ничего не делали? Зная ситуацию изнутри, еще раз повторяю, что все финансовые дела ведет лично сам Турпанов Милан Колыбекович. От вице-президентов требуется только помощь. Когда они начинают что-то требовать, то есть желают принять участие в финансовых делах или в делах документов, то есть Милан Турпанов просто им отказывает. Если не ошибаюсь, это так, ну, да? Ну да, вот, ну и самое главное, у Турпанова просто нету команды. От него ушли абсолютно почти все вице-президенты. Сколько вице-президентов, ну, он, наверное, даже сам уже не помнит. Там их там человек 15, может быть, там назначалось. А сегодня вот остались, по-моему, один или два, один, по-моему, только вице-президент остался. Нет, сказали 4, да? Нет, там Кененбаев заявление подал, я вот официально говорю, там, там вот Иссыкульский, на Иссыкуле Кубок Карпова открывал, он тоже ушел. Там только Алтынбек остался реально. И позвольте мне добавить еще кое-что от себя. Многие, да, люди, да, которые, ну, скажем так, не то чтобы вне шахмат, а те, которые даже в шахматах есть, которые участвуют в активной жизни, они вот действительно не знают всю эту внутреннюю кухню. На самом деле Талант Токтубекович, он пришел в нашу федерацию с 2014 года и очень хорошо помогал именно шахматам. То есть это нигде не афишировалось, и он сам как бы это и не афишировал. Но мы как игроки, да, члены сборной, знаем то, что он помогал и сборным, и молодым талантливым ребятам, и на приезд тех же самых Карпова и других представителей большого спорта, как бы Талант Токтубекович финансово помогал. Более того, Талант Токтубекович совершенно бесплатно давал офис федерации, совершенно бесплатно оплачивал телефон, там на какую сумму я не знаю, было оплачено. То есть он полностью бескорыстно помогал шахматам ради развития, ради развития. Но как мы увидели позавчера, 23 ноября, пострадали абсолютно все виды шахмат, как и сборная команда, так и детские шахматы, так и ветеранские шахматы. То есть нам был нанесен огромный ущерб. То есть за все эти годы, имея такие финансовые средства, можно было бы нашу страну, да, сделать одной из ведущих в Центральной Азии хотя бы. И это очень печально. Есть вопросы? Нет, да, кошмар какой-то. Азмандай был тот, да. Негізі, мен үшін айрықша орынды, уже біздің шахмат қоғамдылығы, біздің шахмат, Қырғыз шахмат федерациясында ұшындай оқиғалар болып жатқандығы мен аяғында өкіндіреді. Себебі енді қоғамдылық ренжігідей болған фактылар қатталып жатады. Біз осы кеше съезде осылардың барлығын өзіміз ашып қойып болдық. Мұның бәрі біріншіден мені өкіндіреді. Негізі біз үшінтіп бір-біріміздің ұшындай кемшіліктерді ұшыл қомшылық айтып отыра тұрған шартымыз жоқ еле, бірақ айтылыш керек болады да. Себебі енді мына әзір жоғарыда Айжан белгілеп кетті. Шри-Ланкада өткен Азия біріншілігінде менің қызым барып келді, Айжан. Классика түрінен алтын ұтып келді. Жоғарыда мен айтып өттім, ошо чемпионатқа мен 3 балам қатысты. 3 баламдың трансфер жаңағы ұзыноусына, анан визаларына болып жатып, менде $500 ашырақ тыйын ақша қаражат қоротылды. Мен үшін бұл өте чоң сумма. Негізі анан ошондой кыйынчылыктар менен биз балдарды жөнөтүп атсак, бул жакта жогоруда белгилүү болгондой спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү агенттигинин өкүлүнөн бизге жеткен маалыматтар боюнча финансылык мыйзам бузуулар болуптур. Подлог документ десек толот, жана посадочный талон туура келбегендигине байланыштуу ошол Шри-Ланкада өткөн Азия биринчилигинин жыйынтыгы менен бизге госагентствадан ишенбөөчүлүк пайда болуп атат дагы, андан кийинки бизге финансированияны токтотуп атат да. Мына ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө Индонезияда өткөн 20 жашка чейинки Азия биринчилигине менин уулум Руслан Сезбеков барбай калды. Андан кийин жакында эле Индияда өткөн дүйнө биринчилигине дагы 20 жашка чейин куракта менин уулу балам Арзыбек Сезбеков дагы барбай калышты. Булар деген ошо
тандо турларында бизде өткөн ошо тандо турунда биринчи бирөө экинчи орунду алгандыктан ошо Азия биринчилигине дагы 20 жашка чейинки дүйнө биринчилигине дагы барууга укук алышкан да. Эми биз азыр аябандай ойлонуп атабыз, эми бул иш чоң калбаш керек, себеби дегенде бул балдардын келечеги үчүн аябандай чоң сокку. Муну түшүнгөндөр түшүнөт, себеби дегенде балдар хотя отбордон өтүп даярданып атышкан ошого барууга, бирок бүгүнкү күндө факт суроктор өтүп кетти, экөө тең барбай калды. Ошо кечээ күнү биз съезде күбө болдук, эмне үчүн финансирование болбой калгандыгы көрсө, ошо жана Шри-Ланкадагы өткөн Азия биринчилигинде мыйзам бузулар болуптур, ошонун негизинде аларды ишенбөөчүлүктүн негизинде кечээ ошону айтып өтпөдү. Ошо биздин балдарыбыз мына ушундай чемпионаттарга катышпай калып атат да. Анан жанагы мен өткөндө жана жогоруда да айтып өттүм, 16 жашка чейинки тандоо турларында дагы отбор өтөт. Биздин балдар ошо өздөрүнө тиешелүү орундарды барууга укуктарды алышат. Бирок барганга келгенде эле биздин балдар барбай калат да. Анын ордуна башка мүмкүн тыйыны барлар барып жүргөн учурлар катталып атат. Анан ушундай маселелер негизи чогулуп отуруп бышып жетилген да. Биз ошол мурунку федерациянын ишин кечиктирбестен токтотушубуз керек болчу, себеби дегенде эгер бул дагы деле улана берсе биздин балдардын ушу шахмат коомчулугундагы биздин ушу жаш муундарыбыздын, жаш балдарыбыздын келечегинде аябагандай олуттуу зыян тартып калуу мүмкүнчүлүктөрүбүздү биз көрдүк, ошого көзүбүз жетти, ошондуктан ушундай кадамга бардык. Бул съезге чейин дагы биз региондордон бүт аймактардан ошо төбөзү көрүнгөн машыктыруучулар Талант мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ушундай чоң түйшүктүү ишти ошо моюндап, ошо моюнга алып, ушуну мындан ары ошо шахмат федерациясынын ишин алып кетүүгө макул болгондугу үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде бул дагы өтө чоң жоопкерчилик, чоң иш. Ушундай мыйзам бузуулар биз кайталанбайт деп ишенебиз. Эми мындан кийинкисинде эми Кудай буюрса ошо жалпы шахмат чөйрөсүндөгүлөрдү дагы биз ушул ынтымакка чакырабыз. Эч кандай бөлүнүп жарылуу жок деп мен ишенем. Болгону эле могу жерде азыр мынакей эки федерация деген сыяктуу мына бул жерде журналисттердин бизге суроо берип аткандыгы ушу кандай болосуңар деп атканды биз үчүн өкүнүчтүү болуп атат. Мындай болбошубуз керек эле. Негизи бир эле легитимдүү федерация мындан ары ишин баштады деп биз толукканды ишенебиз. Чоң рахмат сөзү өттү. Да, можно, да, последний вопрос, да. Алмаз Кененбаев заявление написал заявление о своем подписи с поста вице-президента. Вы видели это заявление и интересовались его позицией? Он мне лично. По какой причине он ушел с поста вице-президента? Мы слышали не от вас. Нет, я не могу его мотивы там точно сформулировать, но он лично у себя в... Но он мне позвонил вчера, что я заявление написал. Я... Но лично вы заявление не видели? Заявление, потому что она у Милана в руках. Он никому не показывает. Но я не знаю, почему он его опубликовал. И, да и нет причины сейчас не доверять тут никому. Все, спасибо большое, уважаемые участники. Всего доброго, всего хорошего. Надеемся, что мы добьемся успехов и объединения. Спасибо.